Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Бадди, и мы продолжаем проходить игру Far Cry Железные Ветра. И это уже по счету пятая часть, ой, не пятая, восьмая часть прохождения этой игры. Так, эта глава называется Каньон. Наше сейчас задание — уничтожить всех блокпосты. Так, я вот не понимаю, что... А, понятно. Только для чего они это сделали? Очень странно. Здесь такое вообще. Так, патрон у нас есть, оружие. С самого начала что-то я не заметил. Я сначала подумал, то, что у нас оружие нам не дали никаких. Да, вот они все, наемники. Ладно, начинаем. Опять темно, кстати. О, сохранение уже. Вот только начал, уже сохранение. Так, откуда это? Я, наверное, вот так вот сейчас сделаю. И вот так вот потихоньку убиваем всех. Блин, надо было сначала пулеметчик убить. Стоять, ублюдок! Так, все, да? Да, все. Так, а броня? А, броня тоже есть, отлично. Ладно, идем. Просто идем вперед. Ну, вот так вот проверяем. А то вдруг там в кустах сидит. Или в углу. Ну, вертолет. Да, все, капец, батарейки уже кончается. Уже кончилось все. Там еще один. Отлично. Так, я не понимаю, почему не... разработчики поставили эту херню? Их тут очень много. Что за хрень? Кто-то здесь бегает. Я прям хорошо слышу. Охренеть. Прям в голову здесь попал. Такое расстояние, блин. О, водопад красивый, кстати, сделали. Интересно, как такая? Ну, уже пулеметы появляются здесь. Есть.
Сейчас вот этих вот убьем. Что там их долго. Никак убить не можем. Так, идем. Мост большой, кстати. Ну, уже все кончается быстро. Так, впереди вражеский пост, уничтожил его. Ладно. Какого черта это было? Что за шум? Так, я уже все слышу. Нифига себе, терминатор. Такая что за деревня? Это снайпер. Надо его быстро так вот с ним разобраться. Потом нам походу туда еще спускаться. Все понятно. Броник. О, патрон на винтовку, наконец. Их там совсем много. Я тебя вижу. Блин. Как тебе нравится? Ну тут все видно, в принципе. Там все. Так. Тепловизор пока мы использовать не будем. Вот, наверное, когда я вот туда сейчас подойду, уже пора использовать. Там плохо видно, кстати. И тропинка, которая идет вниз. О, тут. Тут еще он. О, лысый. Командир как бы их отряда. Все, всех убили. Захватить катер. О, нам броник дали. Так, что теперь? Так, я понимаю, катер, значит. О, все, мне капец. Я вас, ребята... Так ненавижу. Так, что-то не понял, что теперь делать.
Я у него стреляю, стреляю. Он никак не умирает. Блин, вообще жесть. Так, вот сейчас я его, кажется, убил. Да, убил. Ну, кажется, всех убил я там. А, нет, он сидит. Он там присел, значит, да? Ладно, ладно. Сейчас мы его. Я тебя вижу! Да, снайпера. Не знаю, надо тут подобрать оружие. Так, я подумаю, короче, сейчас. Ну да, можно взять, кстати. Хорошее оружие. Спускаемся. Вниз. Да, долго нам придется идти. Такая вот тропиночка. Идем. Сколько их здесь? Офигеть просто. Идем. Вон там, по-моему, кто-то есть. А, нет. Кого? Так, задание плыви с этого острова. Чё, конец что ли? Так быстро? Так быстро я пройду эту миссию что ли, главу? Походу на то. Или нет? Так, я не буду искать вот эту броню, потому что аптечку у нас все есть. Вот и все. Так, где катер? А, вот этот катер. Поплыли. Нет, нельзя что ли? А теперь можно плыть. Что, серьезно что ли? А что теперь нам делать? А, все нормально. Плывем. С
Сюда или туда? Ну давай сюда поплывем. Вода здесь, кстати, такая прозрачная вообще. Нет, ребята, это не все еще. К сожалению. Я, наверное, сейчас лучше сделаю. Надо же попробовать. Опять сохранение. Теперь плывем просто. Блин. Да, получилось. Уходи с острова, тут нам написали. Уходим с острова, значит. Да, это все походу. Ну вот, дорогие друзья, на этом я заканчиваю 8-й выпуск прохождения игры Far Cry Железные Ветра. Всем пока.